Привет, друг, с тобой Аван, мы продолжаем играть на сервере CCD Planet Server GTA 5, все как всегда, и как ты понял по названию по превью ролика, сегодня мы будем с тобой открывать 400 кейсов за уровень. Это самое большое открытие кейсов, мне кажется, за историю всего этого проекта, именно на видос. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что у меня проходит новогодний конкурс в честь Нового года, как бы и всех новогодних праздников. Что вам нужно? Во-первых, заходите в видео, вот ищите вот такой видос, такой вот превьюшки, заходите на него. Здесь мы проводим конкурс на 5 серверах на 25 мест, где есть и CCD, и Смотра, и МТА, и GTA 5, и Радмир, и Дева. Все, что вам нужно, это поставить лайк, подписаться на канал, написать любой комментарий. Потом переходим по ссылочке в описании в мой ВК. И репостим запись конкурса, в котором мы хотим участвовать. Вот здесь читайте внимательно, потому что здесь написано Deva Project, например, CCD Planet MTA, CCD Planet GTA 5, Радмир и Смотра. И просто копируем, и все. И вы буквально за 60 секунд становитесь участником конкурса и сможете выиграть годные призы. А какие призы, вы уже посмотрите в ролике. Ссылка на конкурс будет в описании этого ролика. Удачи! А мне вот интересно, выпадет сегодня гелик или нет, но с моим везением нет, но у нас есть очень большие шансы, что выпадет гелик, ведь 400 кейсов, это не хухры-мухры, это как бы много. Кстати, кто шарит по настройкам GTA 5, кто может объяснить, какого фига появились вот эти засветы, пересветы, вот видите, в белый цвет, он капец какой, просто засвеченный, вот пересвеченный, его внизу видно просто, смотря на черный и на белый цвет, какой он пересвеченный, хз, откуда это появилось. Я просто вот зашел в настройки, и у меня стоят высокие. У меня стоят здесь высокие настройки. Если я сейчас качество текстур дропаю в низкое, тогда да, пересветы пропадают. Но когда я ставлю высокие, они появляются. С чего они взялись, я не понимаю. Потому что раньше игрался на высоких настройках, этой херни не было. Типа, кто шарит, можете написать, пожалуйста, в комментариях. Буду вам очень благодарен. Значит что, 409 уровень у меня сейчас на сервере. И у нас есть 400 кейсов. Ну почти 400. F10 открываем. 377 я уже округлил, чтобы было красивые цифры. А кто не шарит, в кейсе могут выпасть и бабки, и опыт, и тачка, то есть гелик. Бабки там что, 5, 15, 150 и алям. Опыт, косарик. Ну, гелик, вроде все, да. Поэтому что, чтобы не тянуть время, давайте начинаем открывать как бы наши кейсики. 377 кейсов, погнали, первый. Я надеюсь, приколом сейчас первого гелик выпадает, я такой, все просто, до побачения. Это будет угарно. Ладно, 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 ладно. Ну, 150 тысяч уже неплохо. Уже неплохо. Давай дальше. Ну, хорошо хоть на 5 тысяч, но сейчас я сказал за 5 тысяч, они, блин, выпадут. Если что, у нас, кстати, уже серия такая была на канале, где мы открывали 40. Блин, я пророк, просто пророк. А зачем я открыл, блядь? Ладно. Короче, да, крутим, 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 крутим. Серия была на канале, ссылочка оставлю в описании еще раз. Нет, это дичь. И крутится, 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 крутится. Дальний путь, стелится. Ну, давай. Да, пацаны, не обижайтесь, это было маленькое кликбайтное приглашение на стрим, которое состоится уже завтра, то есть 8 января 2022 года в 2 часа по МСК. Поэтому всех жду именно на стриме, как я и обещал, будем открывать 400 кейсов, я за сегодня попытаюсь добить их, и будем открывать на стриме, надеяться, что что-то выпадет. Поэтому жду на стриме всех, заходите, ставьте колокольчики, ну и уже встретимся, а здесь пусть будет вот эта заставка, чтобы вы не забывали. Все, участвуйте в конкурсе, и всем пока.